Всем привет! Сегодня мы будем готовить пастилу из яблок. Яблоки лучше всего взять антоновку или самые такие, какие вы найдете, жесткие, зеленые такие, кисловатые яблоки. Значит, здесь у меня примерно 1,5 килограмма яблок. Обязательно нужен будет агар-агар. И начнем. Режу вот так яблоки пополам и укладываю на противень. Яблоки я все порезала. Если вы хотите сэкономить время, вы можете яблоки очистить, запечь, то есть это будет намного легче. Или взять готовое пюре, ну, в общем, как вы хотите. Ставлю в духовку, которая разогрета до 200 градусов, на 15-20 минут. Итак, яблоки испеклись. Ушло у меня на это 25 минут. В общем, смотрите по своим яблокам. Теперь яблоки нужно перетереть через вот такое сито. Сейчас они остынут и займемся. Итак, через сито мы все это перетираем. Итак, у меня получилось 700 грамм пюре. Я 200 грамм отложила, это для нас. И здесь у меня 500 грамм пюре. Значит, что нам сейчас прежде всего нужно сделать? Нужно застелить противень или форму пищевой пленкой. Вот так это выглядит. Вот так вот. Теперь берем агар-агар. У меня здесь 8 грамм. И заливаем теплой водой 75 миллилитров и даем настояться, чтобы агар-агар полностью растворился. Перемешайте. Дальше берем чистую миску, здесь один яичный белок, положила я сюда 1 столовую ложку лимонного сока. Если у вас яблоки антоновка, делать этого не надо. Вы можете просто чайную ложечку положить, чтобы у вас белок хорошо взбивался. И теперь мы слегка нужно взбить белок, чтобы образовалась пена на небольших оборотах. Теперь берем сахар. У меня здесь 200 грамм. Добавляю сюда 1/2 чайной ложечки ванилина. И взбивая сначала на небольших оборотах, вводим сахар порциями. Вот 200 грамм я буду вводить 3 порциями. Как только вы увидели, что весь сахар у вас растворился, включайте самую сильную мощность миксера. Вот до такого состояния нужно взбить. Это мы пока отставляем. Берем наше пюре. Сюда мы добавляем 150 грамм сахара и растворенный агар-агар. Берем лопатку с длинной ручкой и будем сейчас 10 минут пюре уваривать. Ставим на огонь. Все перемешиваем, ждем, когда закипит. Огонь убавляем, ну, делаем средний, чтобы это все так хорошо булькало. Очень аккуратно, осторожно, потому что будет кипеть, будет это все булькать. Можно, в общем-то, ну, так обжечься, потому что масса такая густая и будет еще увариваться. Вот так вот варим 10 минут. Не отходите, все время помешивайте, чтобы ничего не пригорело ни в коем случае. Вот так это все кипит, постреливает аккуратненько, чтобы не было никакого сюрприза вам. Все так. И посуда должна быть достаточно глубокой. Продолжаем варить. Ну все, вот последняя минутка. Все, огонь выключаем, перемещаемся к миксеру. Так, ставим рядом кастрюлю с пюре, берем какой-нибудь половник и при непрерывном взбивании
Добавляем маленькими порциями пюре. После того, как вы добавите все пюре, нужно взбивать 5 минут. 5 минут прошло. Берем нашу пастилу и выкладываем в форму. Все делайте очень быстро. Все выкладываете и тут же все разравниваете. Я взяла шпатель и аккуратненько все это нужно разровнять. Вот прошло там 2 минутки и уже, в общем-то, все застыло. И оставляю это на полчаса. Итак, прошло полчаса. Переворачиваем нашу пастилу на поверхность, где вы будете ее разрезать. Вот так это выглядит. Разрезать можете обычным ножом. У меня вот такой для пиццы. И красиво вырезаем. Ну, это вот то, что по краям отрезаем и на небольшие порции. Я пастилу переложу на решетку и оставлю так на ночь. Вот такое количество пастилы получилось. Это вот обрезочки у меня такие. Вы можете застелить вот такой противень, просто он у меня очень маленький, и тогда она будет, там, пастила у вас пониже. Оставляю на ночь. Вы можете сразу сейчас обвалять в сахарной пудре 1:1 с крахмалом кукурузным, просто в сахарной пудре. И уже можете наслаждаться, пить чай. Пастила очень вкусная. А я предпочитаю, чтобы она такая слегка подсохла, заветрилась, и тогда мы уже будем ее использовать. Вот такая пастила получилась. Она не липнет к рукам. Она такая, знаете, немножко такая, как желейная. Если вы хотите более мягкую, более воздушную, положите не 8, а 6 грамм агар-агара. Вот. Эту даже не надо обваливать ни в крахмале с сахарной пудрой. Она, в общем, вот так вот не прилипает. Всем приятного аппетита! Всем пока! И сюда мы добавляем потом. Нет, все не то. Берем достаточно. Дальше берем миску чистую. Сюда один яичный белок. Сюда я положила. Не то.